Яңалы телевидение эфирында башқы тілінде әзірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумахығыд. Бүті ил бойынса битлік режимы ені күсейтілі. Масштаблы рейттар біздің түбектелі өте. Дружинник хам волонтердар қалаурамдарына сығып, сауда өдәктәрін текшіріп профилактик әңгеме өткере. Башқұртыстан башлығы Ради Хабиров антикоронавирус саралары тұрақында указға өтгәріштәр индерді. Шахси хақланау сараларын көмәк кешілер тұрған орындарда емеғәт транспорты, таксила, парковка һәм лифтарда қоланырға тейшілі. Магазин, финанс ойышмаларында көп функциялы өдәгіндә битлік һәм бирсәткелер қоланырға. Дезинфекциялау режимы сауда объектарында транспортта көсейтілі. Шәмбе сираттағы текшіру Яңау қалағында лауытты. Комиссия бірнесе сауда нүктелерін текшірді. Согласно указу главы Республики Башкортостан, объявлен масочный режим. Нами сегодня совместно с КДН, с полицией и ГУЧС организованы совместные рейды. Прошли мы 4 магазина, составили один протокол. Человек находился без маски. Работа продолжается. Всех призываем, чтобы носили маски и перчатки в общественных местах. Өткен елдің декабрь айында Яңа Ортаул ауылында орындағы башланғыстарға болышылық ету программаға бойынса юмғақлау ейілші өтті. Халықтың көбігі орындағы башланғыстарға болышылық ету программаға проекты яңы трактор хатып алуға тауыш берді. Ейілішті қайлаған проекты тұрмышқа ашыру үсін халықтың вклад суммақы білдәләнді. Хәр бір юрттан 5-әр 100 хом ерға бұлдылар. Хәм 10 ай өткенден хом көптен күтіп алынған транспорт сарахы Татарстандан Яңау районына қайтты. 24 октябрь Эткина ауылы Шишмәһе эргәһендә кеше күп кенә йылды. Бұл көндә Ваяды, Яңа Ортаул һәм Китәк Кайын ауыл биләмәләре өсөн 3 трактор кайтты. Беренсе 2 биләмә Беларус тракторы урындагы башланғыстарға булышлык итү программаһы арҡаһында тәэмин ителде. Ә һуңғылары район һәм ауыл хакимиәте бюджетына. Ауыл билемәһе башлыҡтары уйлауынса, яңа тракторҙар яҡшы ярҙам сығыла. Сегодня у нас радостное событие. Реализован очередной проект, проект поддержки местных инициатив. Это в сельских поселениях Новортаульское сельское поселение, Ваяинское сельское поселение, также Иткинеевский сельсовет. И сегодня получает также трактор Кисакаинское сельское поселение. Муниципальный заказ составил и конкретно наше Новортаульское сельское поселение 1 650 000. Существенный такой весомый вклад внесли жители сельского поселения. Также был полностью организован помощь, спонсорская помощь предпринимателей нашего сельского поселения. Получив этот трактор, мы думаем, у нас решатся ряд больших проблем, которые есть в сельском поселении. Это и зимняя очистка дорог, населенных пунктов, также осуществление помощи в зимнее время. Вот для нуждающих у нас частенько бывают звонки, кто-то застрял, просит технику. И, конечно же, в летнее время это использование тракторов в субботниках, скашивание сорной растительности, это использование в целях пожарной безопасности, это минерализация противопожарных полос возле населенных пунктов и ряд вот таких вот больших работ. Башқұртыстан Республикаға стратегик текшеренеудәр институтының «Біз башқұрттар» проекты презентацияға район үтә китапханаһында 29 октябрь өтті. Осырашуға музей һәм китапхана хезмәткәрләре, туған тел һәм тарих уҡытыусылары саҡырылды. Ҡатнашыусылар туған яҡ тарихы тураһында күп яңылыҡ белеп, туған яҡты өйрәнеү өлкәһендәге тикшеренеүҙәрҙең яңы хеҙемтәләре менән нығыраҡ таныша алды. Я и мои коллеги сегодня представляем для города Янау и Янаульского района наш проект «Без башқұртлар» называется проект. И то, что в рамках этого проекта, какие мы сделали проекты, какие реализовали брошюры, книги и вот карты, которые вот за мной сейчас висит. Вот. Несмотря на непростую, скажем так, эпидемиологическую обстановку в республике, в частности, мы с соблюдением всех санитарных норм вот администрация организовывает наши мероприятия, спасибо им за это. И уже провели мероприятия в Аскинском районе, в Туймазийском, в Балтаческом районе, в городах Октябрьский, Туймазы. И сейчас вот Янаульский район.
Сегодня мы презентуем, расскажем небольшую, ну, немного об истории родов, родовых групп, которые здесь проживали, башкир, уранцев и ингерийцев, как они расселены, в каких деревнях проживают, коротко об их истории. И презентуем наши брошюры «Безбашхотлар», называется брошюра о Яноульском районе, вот она цветная. Карта, она посвящена территории всего исторического Башкортостана, всего расселения башкирского народа. Но вот здесь, в частности, у нас карта по северо-западному региону Республики Башкортостан, куда относится и Яноульский район. На этой карте четко видно, какие проживают, в каких деревнях, какие родовые группы башкир проживают на территории Яноульского района. Ну, большая часть Яноульского района, мы знаем, это зона компактного расселения башкир родовой группы Уран. И на восточной окраине района, ближе к Таташлинскому району, на границе с Таташлинскому району проживают гирейцы, точнее, урман-гирейские башкиры. Основная моя работа все-таки в Академии наук, я курирую проект инициативного бюджетирования, в частности, по ПМИ. То есть это моя основная направленность, я юрист по образованию. Но вот то, чем мы сегодня презентуем, это краеведение, это история, история родного края. Это очень интересно, это затягивает. И вот мои коллеги, мы работаем это как это наше призвание, и это наше хобби, и это наша, скажем так, страсть, скажем так, даже. То есть это то, что затягивает. И наши мероприятия всегда традиционно проходят очень горячо, очень проходит так в душевной, скажем так, обстановке, потому что людям это нравится, это история, самая близкая история, история ихнего народа, история ихнего села, история ихнего конкретного рода. Не какие-то абстрактные там истории Китая, Греции, древней, а это история того, что и конкретно их касается. Өткен елды Альтаир халықты социаль хадметлендіру үдәгі базығында Ресей Федерацияға президенті гранты фонда ақсақына «Алтын құлдар» есімлі ижади клуб ойыштырылды. Үлкен ештегілер хәр вақыт дайыми еріп, декоратив биде қоланмасын ғатының яңы техникаларын үділәштіре. Хәм дүйім хүзімет хүзімтәхі ұзақ күттірмәні. Шершәмбі 27 октябр улардың көп ханлы іштәрінің күргәзмәхі асылды. Хәр әйбір бір-біріхі менен ұқшаған бұлғала, хәр іштің үдінсәлігі бар. Шында көріне хәр ішке көп көне фантазия хәм ұқталық қалынған. Улардың оңыштарына ұйыштырусылар өздәрілі хүйіне. Сегодняшняя выставка посвящена показу работ участниц творческого клуба «Золотые руки» по проекту, выигранному в конкурсе президентских грантов Российской Федерации в 2019 году. Проект рассчитан для людей с ограниченными возможностями здоровья и для пожилых граждан. Сумма гранта у нас составляла 220 тысяч рублей. Проектом предусматривалось создание творческого клуба на базе Дома пионеров и школьников и организация занятий по декоративно-прикладному творчеству. С участницами проводились занятия по изготовлению поделок из фоамирана, познали смешанную технику дизайн-студия, новый вид техники алмазная вышивка. Ну и заключительным занятием у нас стали занятия по скрапбукингу. Рукодельницы выполняли фотоальбомы на последнем занятиях по скрапбукингу, а также выполняли шкатулки и открытки изготавливали. Хочу сказать, что с самого начала наши кружковцы активно посещали еженедельные занятия, ходили с большим удовольствием. В каждую работу видно, что вложено огромный труд. Каждую работу рукодельницы выполняли с огромным воодушевлением. В процессе они приобрели себе новых друзей, развили свои творческие способности, а также к тому же они своими работами уже сейчас могут поделиться со своими внуками, со своими родственниками, со своими друзьями. Участницы проекта, конечно, у нас очень просят продолжения развития этого клуба, но в дальнейшем мы предусмотрим возможность еще раз попробовать участвовать в различных конкурсах и на уровне региона, и на уровне Российской Федерации. Бәлек болмаған балалардың һәм үсмірдәрдің хұқық бұзудары түрлі болырға мүмкін. Вақ хулиганлық, ұғырылық, қанхыдлық, агрессив, ауыр енәйет, вандализм. Асық профилактик әңгәмелер күзгі каникулдар вақытында көп кіне оқу йұрттарында алып барыла. Полиция хызмәткәрләре үсеп килгән буынға файдалы һәм кәрәкле мәғлүмәт еткергә, уларҙың ниндәй хоҡуҡ һәм бурыстары булғанын аңлатырға тырыша. Шуларҙың береһе үткән аҙнала Прогресс ауылындағы Нефтекама профилле колледжы филиалында үтте. В целях снижения криминогенной активности несовершеннолетних, защиты детей от преступных посягательств, выявления и пресечения фактов вовлечения их в преступную и антиобщественную деятельность, а также формирования у подрастающего поколения законопослушного поведения,
соответствии с планом основных организационных мероприятий Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан в период времени с 27 по 30 октября 2020 года на территории Янаульского района и города Янаул проходит акция «Полиция и дети». В рамках данной акции нами организованы выступления в образовательных учреждениях. Сегодня мы находимся в филиале Нефтекамского многопрофильного колледжа села Прогресс. Также нами организован конкурс рисунков «Полиция и дети», где каждый ребенок может принять участие. Положение о данном конкурсе будет направлено в образовательное учреждение города Янаул и Янаульского района. Просим всех ребят принять участие в данном конкурсе. Каждый ребенок, который примет участие, будет награжден благодарственным письмом, а те, кто займет призовые места, их ждут подарки. В рамках данной акции нами организованы рейды. И хочется обратиться к родителям. Уважаемые родители, в период времени с 22 часов вечера до 6 утра следующего дня несовершеннолетние, то есть ваши дети, должны находиться дома. Ведь все мы прекрасно знаем, то, что самое большое количество преступлений совершается именно в ночное время. И чтобы обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка, не нарушая закон, вы должны следить за своими детьми, где он, с кем он, как проводит свое время. Согласно статье 63 Семейного кодекса Российской Федерации, родитель обязан надлежащим образом исполнять родительские обязанности по воспитанию своего ребенка. Бывает так, что на часах позднее время и родитель не знает, где находится их чадо, чем он занимается, чем родитель нарушает федеральный закон об основных гарантиях ребенка Российской Федерации. В случае, если ребенок в ночное время суток, это с зимний период, начиная с 1 октября, с 22 часов до 6 утра следующего дня, ребенок будет находиться на улице без сопровождения законного представителя, то есть родителя, и сотрудник полиции обнаружит данный факт, ребенок будет доставлен в отделение полиции. И, естественно же, будет об этом осведомлен родитель и будет приглашен. И будет рассматриваться факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родителя по воспитанию своего ребенка. Бүті ижат кішілері Халықара рәсім күнін 25 октябрь білділені. Мүңлеген кіші ұстығыларын рәсім аша еткірі, тамашасы мінен өзінің іскі дүниехі мінен бөліше. Біздің райондала еш рәсімдар бар. Красим сначала носик. Педагог Лилия Шарафиева 20 йылдан артық пионердар һәм оқушылар йортында эшләй. Оның төркемендә 7 яштан башлап 12 яшкә тиклем балалар оқый. Лилия үзе әйтүенсә, ул иҗади гаиләдә туып үскән. Гел һүрәт төшерүгә ярата. Хәзер ул оқушылары менән үзенең белеме һәм тәҗрибәһе менән бүлешә. Балалар төрле төстәрнең ярашуын, уларды бутау, һүрәтләрне бизәү техникасын өйрәнә. Улар арсеналында акварель, гуаш, пастель. Зур кызыкыну менен үзләренең беренче шедеврларын тудыра. Хочу стать художником. Он красиво рисует, придумывает рисунки, рисует человек, музей открывает. Красиво рисовать хочу научиться. Хочу рисовать кого-нибудь там. Кого придумаю? Бишенсе класс оқушысы Вилия Гимазова яш булуына карамастан инде бернисе йыл үзенең буш вакытын рәсем төшерүгә багышлай. Келесекте ул профессиональ рәссам булырга хыяллана. Я уже люблю рисовать с 3-5 лет уж. В художку я месяца 3 пошла назад. Рисовать я очень сильно люблю. Но я люблю природу рисовать. И люблю еще портреты рисовать и животных. Я хотела стать художником, чтобы рисовать картины и продавать их на выставках. Хотела портреты вообще рисовать и продавать их, но сейчас я хочу рисовать пейзажи и продавать их за маленькую сумму. Вообще у меня есть одна подруга, с которой мы рассуждаем всякие портреты, иногда собираемся вместе и рисуем один большой рисунок на большой бумаге. Например, мы собираемся у меня дома и рисуем один большой пейзаж.
Сәнғәт юнәлішінің иң білікей оқусыларын педагог Юлия Набиулина оқыта. Әлі болалар хүрәт түшіру негедіні үйрені, бумаланы дүрісті тұрға түрлі түстерді бұтап, кәрәкле түс сығарыға. Болалар оқытусыларының хәр бір хәрәкәтін тыңлап қабытлай. Я люблю работу свою, рисую. И в свободное время я рисую. У меня двое детей, они тоже очень любят рисовать. Мы вместе участвуем в разных конкурсах. Всегда очень активные мои дети насчет рисования. Вот. А в этом году вот, я начала с детьми работать в технике Papercraft. Это новое направление, тоже как бы художественное. Вот, детям тоже нравится этим заниматься. Она сейчас распространена очень в интернете и в интерьере. И я решила ее попробовать. Как бы сборка не очень сложная, и получается очень интересные, красивые фигуры, и детям это очень нравится, особенно мальчикам, потому что там схемы именно вырезаются, по цифрам находятся и склеиваются. Как бы мальчикам это ближе, и они у меня с удовольствием ходят. Уже много вот сделали работ на выставке, приготовили. Детей я учу как бы композиционно правильно рисовать, и вообще мелкую моторику развивают у детей. Сәнғәт иң бұрынғылардың біріхе ханала. Бұл ижат түрімінен қадықыны бүгінді хүрілмей. Көбі хүсін мальберт хәм бумала мінен дұхтылық ғумыр бойына иратқан шығыл болып қала. Біздің еші рассамдарда әкірінләп картиналар яғдуы сірдәрін өзләштіре бара. Кім білә, бәлкі бірнесе вақыт өткес, біз олардың қаданыштарына шатланып, ижади оңыштары мінен ғырурланырбыз. Үсінсі ноябр ең ауылда хава тұрышының аядлы бұлытлы бұлауы көтілі. Ел күнияқтан секундына 2-5 метр тиілікті ісі. Хава температурасы түнді 5-3 градус халқын, күндеді 1 градус халқындан 3 градусқа теклем елі боласақ. Атмосфера басымы 766 мм. Республикалағы дәттен түш қалдар министрлығы мағлуматтары бойынса аядлы бұлауы көтілі. Хава температурасы түнде 6-3 градус халқын, күнде 1 градус елінен 5 градусқа теклем елі боласақ. Уплатите налоги не позднее 1 декабря. Налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, НДФЛ, неудержанный налоговым агентом. Получить свое налоговое уведомление просто. В почтовом отделении по месту жительства, в любом отделении многофункциональных центров, в личном кабинете налогоплательщика, в любом налоговом органе. Уплатить налоги просто. Через личный кабинет налогоплательщика, через сервис уплаты налогов и пошлин на сайте ФНС России, через единый портал государственных услуг, в платежных терминалах, банках или почтовых отделениях. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знание татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Чего в масках-то? Коронавирус создает большую нагрузку на иммунитет пожилых людей. Поэтому все, кто старше 60 лет, находятся в группе особого риска. Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил. Реже посещайте общественные места. Меньше пользуйтесь городским транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке или МФЦ. Если нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты или лекарства, попросите о помощи близких или вызовите социальных работников. Часто мойте руки с мылом, особенно после магазинов. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Запаситесь одноразовыми бумажными салфетками и закрывайте ими рот при кашле и чихании.
дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Чувствуете недомогание? Не ходите в поликлинику, вызовите врача на дом. Берегите себя и будьте здоровы!